Сплошная коррозия. И тут тоже. Чуть ли не до дырок. Ничего. Будем лечить. Это все последствия неудачного вот этого ремонта. Все пооблезло. Запылили и забыли. Теперь придется делать по-настоящему. Здесь даже сгнил металл. А потом надо обработать антикором обязательно. Вот они вмятины все. И вот они. А самое плохо то, что тут кругом все ржавое. Ладно. Будем погибать. Что делать? А тут уже до дырок все загнило. Так вот, новая машина. Вот еще одна разновидность. Здесь нету прямого доступа. Вот. Можно было поработать и клеем. В данном случае стоит вопрос, как же все-таки добраться. Такие ситуации возникают. Выход простой. Через вот это отверстие не получается. Вот, надо сверлиться здесь. Сейчас будем сверлиться, делать как бы доступ крючком. В этом месте и выправлять вот эти вмятинки. Также можно было бы разобрать здесь и получить доступ отсюда. Ну, для примера мы засверлим отверстие и попытаемся через него поработать вот с этим поврежденным местом. Производим дефектовку. Теперь вот через это отверстие у нас появился доступ и будем работать с этими вмятинками. Ну вот, потихонечку выходит все. Еще небольшие неровности есть. Надо доработать. Продолжаем. Надо чуть-чуть дернуться клеем. Площадь большая. Не хочет тянуться крючком.
Ну вот. Поднялось. Сейчас еще чуть подергаемся, поднимем, потом надо будет разбивать. Чуть поменьше диаметр. Пробили бугорчик, ставим рядом и поднимаем оставшийся металл. Как и небольших плюсиков понадергал. Надо еще подпробить и еще поднимать поверхность. Сейчас пробиваем и поднимаем поверхность дальше. Вот что получается. Это все то же место. Скажем так, для этой машины это даже хорошо. Сейчас переставлю лампу, сниму дальше. Вот он другой ракурс. Надо доработать. Подпробить и поднять. Вот они, вмятины видны. То есть линии, где расходятся, там у нас имеется в виду ямка. У нее минута простой, червонь. За неделю столько не зарабатывай. Левее, Борис. Хватит болтать. Давай ровнее держи. Левее, левее чуть-чуть. Вот здесь еще надо дорабатывать. Да не гони ты, я же не успеваю, но. Древний, но мудрый философ Аристотель сказал. Значит, желать другому того, что ты сам считаешь за благо. Но при этом желать не ради себя, а ради того, как вот ты любишь, видно. Стараясь при возможности подарить ему это самое благо. Так выпьем же за... Я извиняюсь за опоздание. О, Борис! Да, да, да. Ну, бизнес, сами знаете, дело такое. А, жвачку, жвачку. Зеркало, которое битое было, перебитое, но еще дефекты есть. Это левое водительское, но чуть получше. Вот она планочка с двери, с водительской тоже еще дефекты есть. Сейчас будем грунтоваться. Вот пример работы в линиях.
Покрасили мы крылышко. Все красиво. Все ровненько. Без подтеков, без всяких моментов ненужных. Все четко. Ну, замовилили все, что могли. Весь зад, потому что тут грязь собирается. Вот. Ну, вариант один. Замовилить и оставить.